Ну вот, дал гитаре постоять сутки, подтянул анкер, настроил гитару, струны новые, струны тянутся. Сейчас можно наблюдать расстояние от струн. Струны довольно неплохие, я думал их менять придется, потому что, ну, китайские, но оказались довольно неплохие. Гитара очень звонкая, благодаря еле. Окантовка. Все выполнено довольно неплохо и очень аккуратно. И красиво. Мне нравится, что матовое покрытие и совсем чуть-чуть немного лака. Гитара очень легкая. Очень удобно держать гриф. Тоже, как видим, сделано все на совесть. Все проклеено. Порожек. Вообще я знаю тип порожков только два. Это пластик и костяной, но тут не пластик точно. Описании написано вроде как какой-то там металл, но не знаю. Но факт того, что очень яркое звучание благодаря порожкам тоже. Лазерная гравировка на голове. И на розетке, кстати, тоже. Какой-то китайский бренд Эня. В принципе, очень много обзоров, и фирма довольно неплохая. Выпускает гитары. А Амари — это подразделение этой же фирмы, только дешевых более гитар дешевого сегмента, как Сквайр от Фендера и все в этом роде. Очень удобный гриф. Держатели для ремня. Лады сделаны просто отлично, то есть нету такого, что, как бывает в бюджетных гитарах, царапает руку или еще что-то в этом роде тут. Нет, такого. Все сделано так же хорошо. Нигде нет дребезжания струны. Каждая нота звучит просто нормально, если нормально ее зажимать. Ну, в общем, посмотрим, как она играет.